Бала вас. Кого? Что? Ничего, ничего, ничего. Как вас зовут? Ничего. Для вас можете звать богиней. Это богиня. Кабан. Вы сначала разберитесь, почему Д-класс не в своих камерах и похоже на 90. Пошли разбираться. Ой, блядь, да ну нахуй, пошли обратно. Там это богиня. Посмотреть в пол, смотрим в пол. Ой, блядь. Ой-ой-ой, Санечка. Санечка, дай руку пожать. На тебе пятку выстрелил. Я, слышь, а где наша богиня? А, вот она. Идем, идем. Вот. Идем. Я вызвал лифт. Бала вас вообще-то. Она назвала себя богиней. Это она? Я думал, это школьник. Да. Ты школьник? То что? Ты школьник? Нет. А ты будешь с нами ты дружить? Школьница? Нет. Почему? Я бы с тобой тоже с тобой не дружил. Видел свое рыло? Ты вообще в балаклаве, не видно, что у тебя там нос какой-то кривой. Не слушайте его. Ты школьница? А, я поняла. Вы всегда в маске. И это интрига, что у вас под маской. Не важно, что под маской. Главное, что в штанах. Важно, что за маской. Не, что в штанах. А вдруг у вас зубы кривые? Вообще-то самые ровные. А вы любите рундук? Кто это? Мне не о чем с вами разговаривать. Ну пиздуй. Пойдем на выход. Так и пойдем. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Девушка вас изнасиловали. Я поняла, вы для этого слепу и кинули, да, на себя? Если что, да, я хочу, хватит, чтобы ему... Хватит слепо кидать! Если что, я хочу, чтобы ему мальчика звали Максим. А, нифига ты нарисовал. Вау. Это умная вещь. Да, я умею рисовать, кстати. О, это сердечко, смотрите. Вы худесуете, надеюсь? Это сердечко. Это наушники. А, кстати, да, это кстати, похоже на наушники, да. Ну да. Ну согласитесь, похоже. Да, да. Что-то какой-то выход сегодня будет? Да, нам сюда. Нормально сидим. Класс, пойдем. Ну вы разъединяться не можете, поэтому идем сюда. Вот, кстати, выход. Да пипец. Да, ну там есть еще один. Смотрите, это как ваш красный день календаря. Хуёвый. Класс, класс. Да, я знаю. Да, о, смотрите, нам тут повезло. Тут сразу два выхода. Да, нам очень удобно, кстати. Хотя, знаете, а какой лучше? Да, нам Б. Ну, такой себе. Знаете, только здесь, если выхода два, да, рядом, то... А как они могут быть тогда нам не рядом? Идут. Тихо. А кто идет? Мама! Ебало стена! Стена, ебало, ебало, стена! Ебало стена, ебало, стена. Раз, два, три. Ебало стена. Не дергайся. Сука, бля. Выйдите нахуй туда! Хорошая. Да вообще две, что ли? А когда он успел их уже кинуть? Сынником решил стать. О, а кстати, а где эти вещи? А ты успел забрать их? А ебу, что у него было? А у него карта была? Камикадзе. Я видел его карту, а чё? Так, а где она? Засунул. Возьми этот, слушай. Богиня, пистолет? Или что это вот это? Охуеть, нас в чешке я буря. А зачем она мне надо? Ты как будешь обстреливать? У меня оружие было разряжено. Я думала, вы меня культурно выведете, и я покину нахрен это. У нас проблема в том, что он карту не успел забрать. Джагер. Наут. Так я бы умер нахуй. Бомжи. Вот, еще один, стой. Лицом в сцене, раз, два, три. Ладно. О, смотрите, он как обделался. Мысли. За что? А чё вы это, со мной так дерзко? Я ничего не сделал плохого. Я случайно. Почему вы стреляете? Ёпта же, дивизия. Стой! Стоять, иди сюда. Ай! Что? Я вообще случайно, честное слово. Честное... Почему вы стреляете? Докторская.
А вот и дом. Сейчас стоит нам дверь открутить. Ай. А там это, там, короче, какой-то чудик в маске ходит в белый. Доктор. Это зло все. Белый чудик. Чё, такой большой. Да выкинул, выкинул, он за тебя лежит. Мне заставили там убирать в камере. Пойдем сюда. Ну, пойдем. А чё тебе свистит на заднем фоне? Да. Включи микрофон. Ну. Да не выключай. Включи его. Все, вот так стой. Зачем? Ну, чтобы не было тихо. Ну, ладно. Какой микрофон, дядя? Ты что, в яму? Ну, такой вопрос. А чё мы кого ждём топить? Дядя охранник. Нигде не. А почему он тупой? Почему он сказал какой-то микрофон? Вы чё, пьяный у вас? Да. Нет. Когда ли вы нет? Нет. Да. Что за пиздец ты нахуй? Заебал. Карта, блядь, тут валяется. Вообще пиздец, убираться надо. Опана. Ой, здравствуйте, яги. Всем это ясно. Алло, уходите, давайте. Спасибо, спасибо. Да, я солдат. Уходите, яги. Да, это было прекрасно. Давайте. Ну, там белый чудик и у маски. И ходит. Давайте, уходим. Да еще ворона ходячая есть. Там есть большая ворона ходячая. Да, я не могу двигаться. Да, я хочу двигаться по. Значит, там есть чудик, но 96-й. Это и еще какой-то доктор. Маск ходит, на ворону похож. Хорошо, ладно. Он меня понюхал, сказал, что я не болею. Это, да, значит, хорошо. О, ура! Я еще другому таблетку дал. Так ему хорошо стало. Ой. Не найди. Что-то взорвалось. До свидания. Пока. Бегите, бегите. Не забудь назвать его Максимом. Кого убили? А он мне никогда не нравился, похуй на него. Лицом к стене. Что произошло, рядовой? А, ну ладно, если он никогда вам не нравится, тогда мне то, что до этого терять. Патроны. Он просто провел лутайте. Бронежилет нахуй новый. Я сержант, все. Да. Отдай свою карту старую, рядовой. На, забирай. От души. Ебать, я крутой теперь. Прикиньте, как он горит сейчас на меня. Что здесь происходит? Товарищ капитан. А, там нашего убили. Мне доказали то, что здесь гранаты кинули. Все, пошли. Пошли. Капитан, у вас тут какой скол? Точно, нельзя. Здесь 0-90 еще задерживать. Доктора желательно обходить стороной. Кидайте гранату, влезьте под спать. Не активируй лифт. Я не хочу ехать сейчас с людьми в лифте. Ну, пиздуй пешком. Каков шанс, что вы не кинете гранату? О, то, что у меня нет гранаты. Закончилось? Гранаты. Ох, этот смешок. Есть литровая доза герча. Что за бабуин? А чё это мы? Надо его посмотреть, не качество ли там кто-нибудь. Чё у тебя? Какие было? Я все видел. Капитан Фила, мой любимый, здесь. Отряд. А! Отряд, все, бро, там бэк, я вообще собираюсь. Ой, нахуй надо? Это бэк на 96. Нахуй надо? Здесь кто-то есть? Я. Привет. Ой. Откройте дверь, бомжи. Ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте. Я не имел в виду, что вы бомжи, подождите. Как ваши дела? Пройдемте с нами. Его сопровождающий. Он мой а кто его трогает? Вы хотите его связать, я все слышу. Нет. Отряд. Че вы слышали? Не, мы вашего сержанта видели. Стали. Да, мне даже аптечку дал. Ваш этот командир.
разрешил нам обследовать эту зону и выявить, что в ней нету больных. А как звали командира? А он меня сопровождает. А вообще, погоди секунду, а вообще это зашквар, вы должны меня поставить ебалом к стене нахуй и не делать это в районе. А вот это вот некрасиво. Ты что, права свои качаешь? Да, кстати, ты кто такой, чтобы здесь что-то мне начитывать? Я, окей, может тебе по НРП говорю, как это работает. Я не бесполезно, у меня есть оружие. Качай свои права, морды. Вы хотите с этим делом закачать? Стреляет. Ты вообще, блядь, не слышал, о чем речь. Ну, закройся. Слышь, заткнись. Человеку лицо оторву и натяну на одно место. Доктор. Кто? Вау, вау, вау. Очень раздражает, когда так много. А жопа. Кто, пацаны, слышите? Блядь. Ой, это он стрельнул, он стрельнул, да, мать. Я, вы что стреляете? Вы что делаете? Ёп! Отряд. Сейчас. Они стреляют, отряд. Не стреляет, не стреляет. А кто, блядь, стреляет? Все собрались убить ТБ. Он что, он убил сотрудника? Ну кто среди нас? Убейте ТБ сотрудника. Ну мне, блядь, прибирки сделаешь. Нет, мы запрещаем. Вот, отлично. Мне ваш сержант, как говорит этот Д-класс, разрешил сопровождающим обследовать эту зону и лечить всех, кто болен по ветре. Почему меня атакуют ваши люди и останавливают моего сопровождающего? Берите оружие сюда. Хоть стреляют. Черта, по мне стреляют. Не знаю. Уверен, это дурачки какие-то. Я вообще здесь. Так, давайте я оружие уберу с вами. Давайте сюда подойдите. Да, все уберите оружие, пожалуйста. Блин, вот что куда он опять пошел? Дайте мне, пожалуйста, аптечка. Да пяс, блядь. Да класс. Да блядь. А чё вы, не завязываете? Вы держали за своим лицо к стене, блядь. Чему опять? Фиас. Сейчас вы видите его, кто его связал. Сейчас мы его выводим. А чё он опять сейчас? За мной, ходит, за мной. Но, за мной, иди. Уважаемый. Нида, Нида, перевяжи его, я после его на себе перевязал. Ладно, давай. Хорошо. Вяжи его. Зашёл в лифт. Ну зачем вызвали Вер? Блять. Ай, похуй. Отряд, три человека из отряда, пусть ходят с доктором, если пусть написано Только три человека. Ебать, там что за хуйня? Я пуш. Ну давай, что за херня? Да меня слепануло жестко. Не стреляйте. О, враги. Объясните мне, что тут происходит? Отлично. Я не знаю, он на шлотране долбоёв завёлся. Проходите к лифту. Дэшка, Дэшка. Да класс. Два ома. Пойдём, пойдём. Привет. Ты класс за мной. Разрешите мне продолжить мою миссию, пожалуйста? Разрешаю. Говорит, да, вы что сделали? Да, моего сопровождающего повели. Ой, пожалуйста, не злитесь, доктор. Он сейчас у вас... Он сейчас он сбежал, и его никто не скрутил. Вы идиоты. Здравия желаю. О, ты его убил его? Кого я убил? Только что прямо. Ну, я ты должен был там встретить кого-то. Ты убил его? Да кто застрелили? О, отлично, туда я... Его, давай. Конечно, хотел это я сделать, ну ладно, тоже неплохо. Ну, чтоб не выебывался. Согласен, да. Пошли обратно к госпоже. Где наша богиня? Это сделал рядовой Дай Ринг. Угу. Ну, у нас рядовой убил Д-класс, просто так. Что с ним делать? Нет, не говорите, что Д-класса отпиздили. Он еще кинул гранату светошумовую. Ой, блядь, да класс никто не отбил. Кто тебя? Капитан. Рядовой был уничтожен. Вот он убил, вот. Кто? Капитан. Да, что? Капитан. Что? Да. Вы лох! Почему? Так, не говорили вообще, доктора надо уничтожать. Он шел, он пизданулся, разъебнулся, сделал сальтуху и умер.
Доктор, я надеюсь, вы издеваетесь, я вижу, у него пулевые ранения. Чего вы мне пищу какую-то втираете? Ну все правильно, у него были месячные. Я не настолько развит, как вы. Ну когда падал, у него начался менструальный этот цикл. Понять не могу. Ну понятно. Бесполезно вести диалог. Доктор, я ушел. Кто по мне стреляет? Я понял. Я буду. Боже. Мое терпение скоро кончится. Отпустите оружие, отряд, оружие, оружие, отпустите я оружие. Я буду, проверьте меня на поветрие. Оружие. А да что у вас? Боже, я не хочу тут больше. Кто стреляет? Охуенно. Что происходит? О, я не знаю. Я так понимаю, 049 не хочет эвакуироваться. Давайте его пристрелим. Погнали на дерьмом. Давайте убьем его. Где его смерть? Где смерть? Пиздить. Привет. Мы пиздить, решили доктор, тебя пиздить, доктор. Смерть, пиздить, короче, доктор, для тебя пиздить, решили. Доктор. Где смерть? Еще раз. Ты что предлагаешь доктора вести? В лифте с ним драться невыгодно. Пространство маленькое. Согласен. Согласен. Что будем делать? Предлагаю госпожу, богиню туда отправить. Давай, идем. Заходим. Заходим, надо его уничтожить. Помните, видим, сразу стреляем по нему, скажем, готовы? Сначала просто убегаем. Они его, слышишь, они его чё, где он? Вон он, где он? Вы чё с ним сделали? Будете открываться, говорим по доктору. Ёб твою дивизию, какой... Чё происходит? Отлично. Да как? Стрелять хватит. Что вы делаете, господи? Среди нас какой-то предатель. Я не знаю. Кто это просит? Я не знаю. Нас папе, кто-то кинул и начал стрелять. Вот кто, у кого там это было? Это ваши... Нет, кто-то был, это из вашей компании, кто здесь был изначально. Потому что... Стой! Стоять! Я вам запрещаю здесь орать, понятно? Кто стрелять начал? Ты ниже по статусу. Кто? У кого была эта лампочка? У вашей команды здесь... Нида, я убежал. Я ниже только вас. Враждебность. По нам получается. Ребята, вперед, принесите мне его. Убить объект 049 и задержать нам объект. Да нам сюда, нам сюда. Мы дока потеряли за вашей хуйни с лампочкой. А потому что не надо было. Сейчас. Это он? Ты видел здесь? Пойдем. Доктора? Так как 049 охуел в край, предлагаю его отпиздить. Кто не пидит, то ли 49-го, тот гей. Плюс один. Пиздец хороший мужик. Убивайте доктора. Мне сказали кого-то убивать там. Он перебил половину нашего отряда. У меня патроны закончились. Нормально. Иди, подкрепись там. Вы подобрали маску для... А, это не то, да? Кто атаковал 49-го? Кто начал стрелять? У нас капитана убили. Ну, капитан? Да он так лохом был. Кто начал атаковать 49-го? Капитан застрелили. Хуй знает, по мне нахуй кто-то пальнул. По мне тоже начали стрелять. Мне никогда не нравился этот капитан. Да, мне тоже, потому что он лох. Идемте дальше. А где он этот? Вы чё опять стреляете по мне? Стреляйте по нему! Пизда рулям, беги! О! Отличная работа, ребят. Ты следующий. Нет, за что? Давайте совершим протокол. Да он мне тоже никогда не нравился. Давайте выебим его. Давай. Ты был хорошим доктором. Протокол. Протокол, завершаем протокол. Да нет, идёмте. Нормальный тип был. Ребят, давайте, ребят, этот, по каждому по одному. И этот, делаем протокол. Застрелили, конечно, он начал... Ребят, давайте. Он капитан. Нам надо его вырубить. Этот пентиум. Это на улице. Да, из скилла 09. Пал, это храбрый пол. Короче, вы поняли. Да, кто из нас специалист у нас? Пал храбрый скилл. Да, вот, давайте идёмте генератор искать, ребят. Вот, кстати, генератор какой-то, да? Это он? Джанго, иди с ним, я с ним. Ой, где ты? Эй, куда он ушел? Стой! Стой, подожди. Стой.
Оп. Вы все сделали? О, еще одна группа приехала. Ну, столько групп. Может... Нам надо только компьютер деактивировать и все. А где он? Давайте найдем его. Надо найти третий... Надо просто активировать третий генератор. А где? А давайте, да. Охранник. А что если эта группа приехала гасить нас? Нахуй? Нас? Мы типа якобы нахуй. Вы думаете, такое тоже может Блин, быть? Мы типа, подожди. Якобы мы убили доктора, типа, важного нахуй СП. Ну, кстати, в принципе, да, логично. Типа, мы как это, да. Его защищал. Так давайте сначала выключим свет. Да, надо, кстати, да. Так он же он не... выключим. Так нам надо компьютер найти этот его. А где он? Не знаю. Так давай, ты давай туда, мы с ним... Если генераторы мигают, то все правильно. Хорошо, тогда идем тут. Надо найти тот, который не мигает. Да, давайте, мы... Я с ним иду, а ты туда идешь. Давай, пойдем. Куда? Нам туда, нам туда. Да. Только я не торопись так сильно, подожди, я устал. У меня нога прострелена была. Кто? Там стреляли, слышь? Или чё? Даже там... Подожди, они сказали, мне сказали, что это за нами пришли. Стой, 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 подожди. Ты, у тебя прицел же, да, есть? Что-что? Я говорю, у тебя прицел же есть? Конечно. О, они, слышь, это по нам. Это, походу, по нам стреляют начали. Я тот чел говорил, потому что про это. Я помню, помню. У нас повстанцы хаоса, нам пизда. Повстанцы, вот, это повстанцы хаоса, они пришли за нами, ребят. Давайте, нам нужно держаться вместе. Давайте мы же в боеголовке засядем, не дадим взорвать ее. А где она? Хорошая идея. Я не знаю, кстати, где-то в эту сторону. Пойдем сюда. Давайте. Эй, подождите меня, ребят. Боеголовка, блядь. Где-то... Где боеголовка, блядь? А, все. Можем входить на нашу миссию. А! Алло. А где это? Кто? Где-то в эту сторону надо было. Сюда, наверное. Думаете, сюда? Да, в эту сторону. Ну, давайте сюда. А чё мы ещё ждём-то? Я не понимаю. Чё вы ещё должны? Да, о, смотрите, о, потолок. Потолок что-то горит. Вот этот вот рядовок, да я кинул. Слышишь, уёбок, ты меня слышишь, блядь? Алло, нахуй, ТХР, блядь. Вот и помер, дед Максим. ТХР, блядь, слышишь, блядь? С победой. Скромней, как ты мог умереть, падла ёбаная? Парни, я остался в монтаже, где чё затравили газом. Я не понял, что происходит. Я ушёл от... Я думал, док остался там же. Парни, киньтесь жалобу на этого челика с длинным ником. На Нида и на Джага, или как его там, блядь? Да я тут при чем? Я не убивал этого класс Д, он там сам выбирался. Вы захуярили моговцев, будучи охранниками. И вы чё кидали явки? Ты лично меня убил, долбоёб. Гранаты кидали. Нида, ты пидор, нахуй ты меня убил, когда был моговцем? Я был предателем. Ты ещё кинул колбу, блядь, лампочку разбил. Не, лампочку не я. Но кто-то из них кинул, да, я уже воспользовался этим. Ну а нахуй вы типа убиваете своих? А я предателем был. РП предатель. Нет такого. Есть такое. Это здесь вот, где тут здесь. Лайт зона такая. А, здесь? Видишь? Без проблем. Да, я здесь. Тихо, уйти. Здравствуйте. Что? Это Нида, он кончен. Так вот вернемся к кнопочке лайт зона. Что за лайт зона? Здесь нет такой. Смотри. Я смотрю все еще. Веру переместить свое, типа, вот, свое зрение переместить в другую камеру. Давайте я первым пройду. Давай. Для вас. А все, я думаю, или вроде понял. Бежи, парни, бежи, блядь. Нина, ну ты полный пидорас. Нихуя себе ты меня, блядь. Извини. Извини, что ты. Ну ты, сука, ну ты, блядь, полный пидорас, ну, блядь, да извиняюсь. Ебать, мне смешно. Ой, блядь.
Вот такой, да? Я сейчас в тяжелой зоне. Я сейчас в объекте, где... Объект, короче, блять. 914. А, открой, открой дверь, открой дверь. Блин. Клапик. Ай, меня, блядь, охрана ебёт. Как ебёт? А как ебёт? Блин, больно ебут патронами. Долбоёб. Сука, я это заснял, кстати. Долбоёб. Стоп, нахуй, запусти меня. Бля, я пизда же. Ебут жестко. Походу выебали. 85 из 110. Так, все, закрывай эту дверь. Быстрее, закрывай эту дверь. Все. Теперь, как только они появятся, сразу ее заблокируй. Заблокируй. То есть, понял. Вот этот ключик. Готовься. Раз, два, три. Погнал! Срочно. Все, не отпускай, не отпускай. Отлично. Все, молодец. Помощь. О, быстрее, надо закрыть эту дверь. Все, молодец. Ага, вот то, что он гранат... Ага, он сюда будет, да? Молодец. А, чё они... Ага, молодец. Эй, вы там, откройте, блядь! Кто там? Откройте, сука, учёному! Открывать? Да-да-да. Я научный рукав... Вот видишь, когда ты играешь не по правилам, очень весело, понимаешь? Пиздец вообще. Ты долбоёб, чему я... Ты, блядь, нахуя свою коллегу уебал? А я какой колен? Ладно, о, кто ты... Это ты вызвал лифт? Нет? Нет. А, да, ладно. Да, я... Нахуй ты, блядь, уебал этого? Коллегу своего. Ты представляешь, что это... Тебе смотри, а чтоб перемещаться на улицу... этот... Какого? Слышишь? Компьютер. Да-да. Я вижу, там под лифтом надпись. Я уже на улице. А, да, о, научился, молодец. Под каким лифтом? Гейт, а? В офисе дэшка, В офисах дэшка. Ну ищите в офисах ее где-то. Я хуй знает. Только не заставляйте мне, блять. Я беру за ней. Она забирает вот этот, там где, короче, лифты. А какой лифт? А или Б? А, я вот, кажется, понял. Блин, походу это А. Блин, если... ну будет обидно, если это Б. А, вот, что-то есть, что-то вижу. Я, походу, ее встречаю, я хуй знает. Нет, я включил. Сука. Она через Б пошла? Пиздец. Я могу переместиться, посмотреть. Давай, потому что ты наши глаза здесь и уши. Здесь закрыто. Я убью их. А, молодец тогда. Бля, ну у них еще, сука, трое где-то сидят, я хуй знает. Где-то, блядь, писюны дрочат. Такая непонятно. Ай, уже двое. Ну, тоже неплохо. Блин, может он кто-то в ФК стоит? Блядь. Сука, там может... Один сотрудник Д-класса остался. Я понял. Блин, ну что, мне на улице его держать теперь? Ну, я сейчас пойду посмотрю, может, он остался там, внизу, типа, в лайт-зоне, или как она там, блядь? Не, если он в лайт-зоне, он, скорее всего, может задохнуться и умер. То есть, ну, это тоже не резон. Я могу, типа, здесь караулить, выход. А, вот, вижу, а, нет, а, тьфу, блядь, это скромник. Да, нет, тогда лучше скромнику здесь соваться, ему, типа, лучше здесь. Потому что, если эти появятся, эти мусора... Он может хотя бы на улице, этот, как бы, ну, у него преимущество на улице больше всего. Типа, ну, по кайфу здесь. Я всех мусоров захуяра. Да-да-да-да. Хуй мусорам. Бля, нам осталось только кемперить, я хуй знает. А компьютер пусть тогда смотрит эти лифты, проверяет в зоне офисов. Если он какой-то там найдет движение его, пусть даст нам знать, чтобы мы были наготове. Так, зона офисов, это которая самая первая, да? После... Это, нет, которая самая третья. Смотреть после улицы? Да, это да. Это вот... где гейт А и гейт Б? Да, нет? Да, это оно, да. А, так это первая зона после улицы. Ну, да, можно так назвать. Я слышал вертолет, по-моему, сейчас прилетит кто-то. Да нет, нет. Я смотрю, нету.
пока все чисто. Блин, ну я не вижу что-то. Хуй его знает. Что-то, блять. Ну, там по-любому сейчас очень сильно всех бомбит то, что мы здесь остались вчетвером. Бля. Нет, у всех опять, как обычно, разъебал всех. Не по ПРП, блять. Пиздец, токсики бан сейчас жалобу кучу духуя получит, блять. Пиздец. И этот. Кстати, я могу с тобой, кстати, это видео выложить на YouTube, если хочешь. Да, мне вообще похуй. А, ну, бля, тогда подпишись на канал. Если хочешь, выкладывай, типа. А, ну. А я могу подписаться. Да, 18 кубрик. 18 кубрик. Да. А что на картинке? Сколько подписчиков? Цифра 1500. На картинке цифра 18 желтыми цифрами на красном круге. Ну, я сейчас найду, я переключусь на GateB. Угу. Потому что на GTA есть. Блин, будет очень обидно, если он АФК. Да, а у нас ни тикет, ни у ни МТФов, ни повстанцев хаосов, это пиздец будет. Ебать, бесконечная игра, нахуй. А я уверен, что здесь еще нет скрипта, который запускает АФ боеголовку. Это, короче, бесконечная игра будет. Все, я подписался. Так, точно. А у тебя какой сейчас уже тир? Ну, то есть этот уровень второй? Спасибо. Или первый все еще? 102 из 220, а где это? СП, что? А, третий. Третий тир. А, даже неплохо. А, тогда отлично вообще. Ты тогда уже можешь... Ну, я второй раз за ПК играю. Блядь, сука, они едут. Бля, они нас вычислили по IP, бля. Они едут. Кромник, готовься, они здесь, нахуй. Все, они летят, они прилетели, нахуй. Там пиздец. Там ебать просто нахуй, орда нахуй. А, 9 человек. Кромник, я могу закрыть тебя где-нибудь, заблокировать что-нибудь. Я, короче, по съебам на гейт бы поехал. Откроешь багейт. Да. Все, это скромник. Они сейчас сюда прилетят. Ты как лучше скромник, держи там этот вход. Тот вход держи, чтобы они на тебя посмотрели, а я тогда буду лифт караулить. Ну, а пока они, блядь, там... ты можешь посмотреть это? А, все, они вызвали, да, лифт? Все, пиздец. Сейчас будет весело, нахуй. Скромник, готовься. Скромник. Да, это... Все. Они сейчас должны тебя посмотреть, а я должен лифт тебе оказать. Пусть на тебя сначала смотрят. Не, пусть на тебя сначала. Они должны на тебя нихуя смотреть. Там один. Он один. Бля, да сука, я не успел, бля. Надо тебе поближе стать. Сюда. А, ты загрелся? Блять. Бля, вообще не вовремя, сука. Ну, хотя может вовремя. Хотя может... Да-да, топку сразу. Сразу врывайся. Ага, хуй. Ай, блять. Тогда сразу уезжай, нахуй. Сразу уезжай. Сразу в лифт вызывай. Стопай, лифт сразу. Блять, хуй знает, то едешь... Они все свои гранаты потратили. Да? На тебя? На тебя? Ну, тебя точно. А тебя подобное. Сильно покосило? Там никого около этого гейта. Они вообще не попали. А, ой, бля. Они гейту Б пошли, гейту А точнее. Гейту А, ну пошли на гейта тогда, бля. Сука, хитрые, бля, походу, хитрожопые, бля. У тебя если ЯР закончится, сразу этот... Ну и чё, где они, бля? Подождите, они не на гейте А и не на гейте Б. Где они? Бля, как переключиться на то, на те ворота? А это, если ты на улице, это надо только на улице делать. Там у тебя одна линия этих, одна линия передач этих камер, одна линия, ну, соединений. Ты там резко так не можешь переместиться к одной к другому этой камере на улице другой. Короче, там постепенно, там по цепочке. Там, потому что карты нет. Ну, типа карты, вот, схемы. Ну, ты, короче, понял меня. Да-да-да. Я пытаюсь найти сейчас этого D-объекта от вас. Бля, ебать-то, урод, 5 часов, нахуй. Бля, скромник, тебе надо лучше тогда туда идти, я хуй знает. Ну, потому что не вариант, бля. Пошли, блин. У тебя, блядь, ярость ебаная. Чё, где они хотя бы там?
Либо хотя бы... Они там. Там это где внизу? Я вижу одного. Давай, хавай его. Тогда лучше хавай его. А, я вижу, в углу был справа. Мимо пробежал. Угу, я понял. Блять. А, ты их не видел. А, они съебались. Так они здесь, я вижу. Тут есть один, тут есть один. К тебе бежит. Вот он. Так, Сергей, не, пожалуйста, не. Ага, выебался. Так, новое пополнение мяса. Там их двое осталось, надо их, кстати. А один какой-то там просил, не надо его. Я, кстати, его что-то не увидел. Не надо, дядя! А бля, я хуею, вы такие токсики, бля. Блядь, сука, ну дай ты тебя поймать-то, хули. О, поймал. Блядь. Тебя все ненавидят. Да? А что говорят? Скажи мне. Ну что ты пидор, не знаю, тебе в мягкой форме, но в мягкой форме ты пидорас, ебаный, думал, мать сдохла, хуесос. Ахуеть. Привет. Ты на норпашишь как? Не знаю. Снешь что ли уже? Нам... Ты не имеешь права последняя... просто убивать. Последняя дэшка заперстная или как-то не будет. Не поверь. Где она? Алло. А! Алло. Чё? Последняя дэшка. Это РП-сервер как бы, если ты не знаешь. Хорошо, я понял, ладно, всем все равно. Последняя дэшка на кордоне заперта, её никак не освободить, это пиздец. А почему? А чё случилось? Почему никак? Так она заперта в той комнате, где мертвый охранник, это, ну... Так я могу отпереть. Не-не-не, не надо! Давай по приколу оставим все как есть, пусть они да. Хард-зона это, которая с двумя этажами? Да, люди. Это которая... Короче, я сейчас лампад вам включу, вольно. Если вы нарушаете, то я тоже буду нарушать, ясно? Я тебя могу заглушить, ты, блядь, мне проблем-то нет. Скажем так. И все. Бля, да пиздец. А я могу оттуда съебаться, типа? Да, мы можем сбежать. Может бежим? Нахуй, я заебался. Да, сбегайте просто, короче. Это пиздец, блядь, ты я уже сам, блядь. По-моему, сейчас опять могусы приедут или хаосы. Да и похуй. Не, я уже... Кстати, почему приезжали только муговцы, если была жива только Дашка? Кто знает. Тоже интересно. А мы потом что, как умерем, типа, или тем тусанем? Чё? А, ну сейчас узнаю. Что будет с нами дальше. А, бля. Ебать, где он? Ура! Был? Охуеть. Так, 049. Если ты сейчас знаешь, что я тебе скажу, а? Знаешь, вот что я тебе скажу? А вот ты не знаешь, что я тебе скажу. Что ты скажешь? Я ничего иди не скажу, ты недостойно разговаривать со мной. По факту урыл. По фактам. А где наша госпожа? Бля, она ушла, да, ебала вас. Бля, хорошая была чика. Сука. Осуждаю.